сегодня ровно день, я не знаю, сейчас будем смотреть в итоге, что получилось, но сегодня был быстрый день, весь день на максималке, даже, в принципе, не было таких больших участков, где приходилось сильно сбрасываться. Практически весь день слышим знак только вот, звук сентинеля, вот этот, который предупреждает о максимальной скорости. В принципе, все. И в целом проехали ровно, стабильно. Видели только Андрея Каргинова, который меняли колесо, стартовав которого перед нами. Проехали его, и уже на нейтрализацию они приехали за нами. То есть стартовали, вторую часть мы впереди. Что сейчас получилось на финиш, пока трудно сказать, будем сейчас ждать результат. Довольно-таки скоростной день, наверное, самый скоростной за то время, которое проходит соревнование. Максимальная скорость, практически везде не убирали ногу с газа, то есть постоянно 140, 139, 138. Вот. Но, тем не менее, встречались участки камней, где были они прописаны в легенде, вот, и мы, в принципе, преодолевали их с легкостью, но... Как вы знаете, в грузовиках своя траектория. Сегодня мы стартовали вторые в абсолюте за Насером Латяхом. Вот, и в грузовиках шли первые и где-то, ну, подрезали, пытались найти свою траекторию. И в одном из мест, выпрыгнув из-за бугра, увидели два больших, наверное, как скалистых камня и приземлились. Перетормозили, может быть, чуть-чуть, испугавшись. Вот, и приземлились, передние колеса пролетели, а задние упали как раз между двух камней. И одно колесо сразу в лохмоте. Остановились, поменяли. Вот, потратили на это 5,5 минут, по-моему, и продолжили дальше уже движение. Но, тем не менее, время было уже упущено. И сегодня такой скоростной день, что что-то наверстать, ну, просто нереально, потому что максимальная скорость, неровностей практически нету. И, я думаю, все в секундах очень близко приехали. Особо интересно сегодня нет. Сегодня очень быстрая дорога, весь день на максималке. То есть сегодня главная задача была наша не потерять время, не пробить там колесо. Тут, потому что достаточно много было мест, где мы подрезали очень много камней, и можно было что-то пробить. Вот. А так все хорошо, то есть проблем по навигации никаких не было, в технике тоже все хорошо. Съехали в своем темпе, в принципе, проблем не было. Ну, сегодня он не только был разделен на две части, но и он совсем на разном настроении для нас как-то прошел. Первый нам показался довольно скучным, потому что было все время прямо и очень быстро. Но при этом нас накатил Вишневский на МАЗе, мы его пропустили. Ну, потом отстоялись на зоне нейтрализации. Но вот уже вторая половина сегодняшнего спецучастка. Мы как-то опять оказались с МАЗом вместе. Ну и на второй половине уже была наша очередь его обгонять. И дальше мы проехали очень хорошо, быстро, но где-то за 14 километров до финиша нас остановили наши друзья на мине Кротов Цыра. Попросили их дотащить до финиша. Оставалось там немного. Но мы не могли не остановиться и не помочь им.
Друзья, как мы вчера после обзора КамАЗ-мастера пообещали попробовать договориться с МАЗом о таком же обзоре их автомобиля. И вот спасибо Сергею Евзовичу, руководителю команды МАЗ Спорт Авто. Он любезно согласился с нами побеседовать. Естественно, в рамках, сколько можно показать, рассказать. И вообще, мои первые вопросы, Сергей, как выступаете, сколько машин, такие общие для тех, кто, может быть, вот только присоединился к просмотрам? Да, мы на этой гонке представлены тремя автомобилями. Два автомобиля бескапотных и автомобиль капотной конфигурации. Выступаем пока мы неплохо. Из шести этапов четыре мы выиграли. Поэтому, в принципе, довольны. Находимся на первой позиции в генеральной классификации с первого этапа. Ну, достаточно комфортным отрывом от идущего следом ближайшей КамАЗа с Антон Шибалов. 16 минут, по-моему, да? Да, 16 минут, но мы еще все-таки пробуем побороться за 6 минут пенализации, так как у нас некорректно все-таки работают приборы GPS, которые фиксируют максимальную скорость. Сегодня мы в этом еще раз убедились после вчерашней замены. И техники обещали сегодня прийти, проверить антенны, провода. И если найдут какую-то проблему, будем пробовать, чтобы пенализация ушла. Потому что на первых трех этапах мы тоже показывали высокие скорости. Никаких проблем с максимальной скоростью не было. Ну а теперь она скачет, даже когда мы двигаемся по ровному плато. С постоянной скоростью показания прыгают вверх-вниз. Это речь о превышении 140 км в час, да, и за это там начисляют минуты, да, правильно? Да. Хорошо, да. Ну, я надеюсь, что-то вы судейской коллегой вы. Ну да, если это все там в рамках правил, то никаких проблем, но пускай проверят. Да. Слушай, ну и сравнительно недавно вот эта машина появилась в свет, и достаточно уже неплохие успехи. Первый такой выезд серьезный был в Марокко весной. Да, первый выезд был в Марокко. Мы выбирали между «Золото Кагана» и «Марокко», но нам нужна была длинная гонка. «Золото Кагана» в этом году сократили до двух гоночных дней, не считая пролога, поэтому мы решили выехать на восьмидневную гонку и испытать там наш автомобиль. На самом деле тоже планов никаких не было, но нам удалось эту гонку выиграть, хотя мы привезли много оттуда проблем. Но машина не остановилась на трассе. Сейчас происходит, в принципе, то же самое. Мы накатываем ее. Есть у нас проблемы технические, технического характера, которые нам надо будет еще устранять. Но при этом, при всем, да, она может поддерживать высокую скорость. Не на всех этапах мы самые быстрые, но примерно с одной скоростью идем теперь с ребятами из КамАЗ-мастер. Это правда, что вот ты как раллист ощутил все прелести этой машины, сидя уже не на переднем колесе, и управляется она по-другому, вот как рассказывает наш Эдуард Николаев, который управляет КамАЗовским капотником. Какие преимущества вот у этой машины, и как ты их ощущаешь как раллист именно? Ну, преимуществ на самом деле не так много, но они значительные. Первое, да, это то, что мы уехали с передней оси и сели практически в центр автомобиля. Мы применили здесь большую кабину, так называемую, со спальником, и теперь мы сидим практически в центре. Это раз. При этом центр тяжести удалось сместить к центру автомобиля и опустить достаточно низко. Она стала хорошо управляться по сравнению с предыдущим автомобилем. И она реально напоминает раллийную машину в управлении, что мне вообще довольно-таки близко и знакомо. Я до сих пор принимаю участие в классическом ралли. В этом году еду в чемпионате Литвы и лидирую в своем классе. Поэтому этот автомобиль очень похож по управлению на раллийный автомобиль. Плюс при этом мы применили здесь первый раз в нашей истории коробку-автомат, что, на мой взгляд, в разы облегчило физически работу пилота. Кое-где, конечно, по звуку, по оборотам нужно привыкать. Он держит мотор не в том диапазоне, но то, что не нужно думать на какой-то передаче после там резких торможений, после того, как ты идешь в подъем, на спуск, это, конечно, делает машину на каких-то отдельных участках в разгоне намного быстрее. А таких мест набирается сотни, и в каждом месте по секундочке, на каждом разгоне она имеет преимущество перед предыдущим поколением. Нам удалось понизить общую массу на несколько там сот килограмм, что тоже сказалось, но на нагрузках по осям. И теперь, конечно, преодолевать неровности стало намного комфортнее, намного смелее. Мы, на самом деле, еще до конца не привыкли к тому, что можно в такое бездорожье ехать быстро. Это горит даже вчерашний день, когда мы ехали первыми и, в принципе, думали, что довольно-таки неплохо едем. Но у нас на 200-м километре уже накатил Андрей Каргинов. И мы сели ему на хвост и поняли, что такое по-настоящему быстро по бездорожью. В принципе, смогли продержаться, но для нас это было как бы все равно новый темп. Мы
еще так морально не готовы. Машина позволяет, мы не готовы, поэтому даже, может быть, машина чуть нас опережает. Тебе пока и не надо, наверное, так, очень как Андрей вчера ехал быстро, это надо спокойно ехать, сохраняя разрыв во времени. Скажи, я хотел спросить про связку мотор-двигатель, мотор-коробка, у вас это Caterpillar и Allison? Да, Allison. Мотор остался такой же, как в тех автомобилях, это Caterpillar мощностью 950 лошадиных сил. Мы не форсируем там моторы, так как одно время мы залезли за 1000, и это всегда заканчивалось у нас остановками и на Дакаре, и везде на гонку большую машина проехать не могла. И в том году, в позатом году на Silkway мы в Китае уже поднимали голову, у нас продувало прокладку. Тогда выступал Мартин Коломи, и хорошо была команда Багира, они помогли нам устранить эту неисправность. После этого мы понизили обратно мощность до 900-950 лошадиных сил. Нас, в принципе, это все устраивает. Поэтому здесь примерно такая же конфигурация, да, и с коробкой Allison. 13-литровый мотор? Да. Или 12,5 он. Ну, вот уже используете подрессорование кабины тоже, да? Без этого сейчас в грузовом зачете никак. Подрессорование кабины, на самом деле, у нас появилось после Марокко. Мы были удивлены тем, что насколько он комфортно едет канавы по прямой, и насколько было больнее, скажем по-простому, ехать боковые удары. Это они ощущались намного хуже, чем в бескапотной машине. Мы не понимали, что у нас, после того, что даже начало там кабину отрывать от переднего крепления. И сейчас этот элемент как раз-таки проходит испытания. Мы и увидели, что у ребят из КамАЗ-Мастер тоже появилось. То есть, но я могу сказать, по сравнению с Марокко гораздо комфортнее ехать. Кабина большей массы, поэтому и сзади появилось два амортизатора, а не один. Ну и передняя подвеска, это вот первая гонка мы на ней. Ну и вот эта монгольская часть гонки, она достаточно серьезные требования предъявляет к подвеске. Что здесь, есть ли специалист в команде, который это все делает, и насколько удачна эта примененная схема? Ну прям такого специалиста по подвеске, к сожалению, мы не имеем. Мы и применяем практически ту же самую схему, что в бескапотной машине, но учитывая того, что нагрузка по осям совершенно другая, конечно, другие настройки амортизаторов, это они внешне такие же, но Райгер специально под эту машину сделал комплект амортизаторов, но они работают по-другому. Мы идем на разных настройках подвески. Ну что, спасибо, Сергей. Не будем злоупотреблять гостеприимством. Удачи вам, всего хорошего, и пусть победит сильнейший. Да, удачи.